Как же очень сильно холодно, блин, и в какую теперь мне сторону идти, а? О, приветики, ребята. Я тут, короче, хожу, не знаю даже, куда теперь зашла. Да, я с собой теперь эту камеру постоянно буду везде носить с собой. Чтобы я как раз именно была у вас именно на виду. Так, все, не переживайте, я как раз другу, если что, домой быстренько найду. Только ужасно сильно холодно, мне бы что-то бы придумать, какую-то бы накидочку, ну ладно. Не забудь подписаться, поставить лайк, написать мне приятный комментарий. Я об этом каждому видеоролике у вас прошу очень сильно, пожалуйста. Не вздумай пропускать мои видосики, потому что я тебя убью. Все, камеру сейчас буду тушить, и мы с вами пойдем как раз на обзор именно по этому чудному лесу. Все, давайте как раз закругляемся, готовь чаек, кофеек, и мы с вами погнали. Так. Как теперь ее выключить, а? Да, вот только посмотрите, сколько же здесь находится именно как раз этих коров. О, слушай, помнишь, ты как раз у меня проиграла именно в картах и свою шубу, точнее кожу. Снимай. Или я сейчас сама сделаю быстренько. Ладно, ты меня как раз не бойся, дай мне, пожалуйста, молочка. О, спасибо тебе огромное. Блин, ну убивать тебя очень сильно жалко. Ладно. И, ого, сколько вас здесь пособиралось. Слушайте, так я как раз могу себе броню сделать с вас. Извини, коровка, ничего лишнего. Все, ребята, я как раз себе быстренько кожаную броню уже сделала. Но так как мы именно в зимнем биоме, здесь все практически все полностью белое, я как раз очень сильно хочу покрасить именно свою броню. Да, в белый цвет. И мне в этом поможет как раз именно эти полевые цветы. Даже, возможно, ромашка. Только я, конечно, не сильно помню, какая именно из них дает именно краситель. Но мы сейчас с вами быстренько будем проверять, потому что нужно быстренько торопиться. Не нужно останавливаться. Давайте-ка быстренько посмотрим. Я как раз обратила быстренько внимание именно на эти как раз ромашечки. Я надеюсь, что именно как раз они мне дадут именно свой цвет, именно краситель. Быстренько насобираем как можно, возможно, скорее и побольше. Этого как раз нам будет, в принципе, достаточно 11 штук. Но давайте-ка, наверное, все-таки же нужно проверять, правильно. Ну, давайте-ка, наверное, все-таки еще этот сорвем. На всякий случай, вдруг ромашка именно не подходит. Давайте-ка посмотрим. Так, здесь как раз именно ромашка. Да, это, оказывается, ромашка как раз именно дает именно краситель. Это очень сильно хорошо и нам безумно выгодно. Так получается, именно как раз этот цветочек пускай дальше растет. Снимаем нашу теперь бронь. Да-да-да, ребята, я как раз на себе добыла даже еды. Это очень сильно хорошо. Как можно старалась именно побольше. Как раз давайте-ка кожаную броню сюда пускай. А еда... Нет, давайте-ка, наверное, еще молоко именно сюда отодвинем. Вот так. И теперь как раз у нас получается вот так, вот так, вот так. И у нас как раз получается кожаный шлем крашеный. Это очень сильно хорошо. Как раз ботинки, слушайте, по-моему, это как раз именно серый цвет, да? Да, блин, светло-серый цвет. Ну ладно. Такое ощущение будет, как будто мы с вами вымазались. Ладно, хорошо, подходит так. Так, ну что, я как раз предлагаю вам потихонечку дальше двигаться. Господи, вот это, конечно, погода очень сильно красивая. Солнце. А, блин, глаза кошпарит. Ладно, хорошо, давайте-ка, наверное, все-таки пойдем именно вперед. Это что такое? Я, в принципе, такого даже никогда в Майнкрафте не встречала. Это обновление или что? Я так не поняла немножко. Это прикол? Давайте-ка, наверное, все-таки посмотрим. Там много крови. Слушайте, ребята, мне уже это очень сильно как-то жутко, блин, настораживает. И мне уже это как-то неприятно. И я, кстати, вижу там какой-то дым. Очень сильно странно все. Ну, блин, ну писали же, типа, как что. Я здесь одна буду, именно в лесу. Ладно, давайте-ка... Господи, это что такое? Писец! Блин, ребят, я офигела. Вы сами только что видели, там почему-то именно 4 именно трупа жителей. Почему? Кто их убил? Здесь какой-то, получается, как какие-то маньяки завелись или какой-то маньяк? А это что за кнопочка такая, непонятно. Ай, блин, она меня ударила. Тю. Не, нормально, мне как раз теперь как выбраться отсюда, а? Ну ладно, давайте-ка, наверное, как-то будем вылазить, я не знаю. А, не люблю эти джулианы. Блин, давай. Что ж это такое, блин? Почему у меня не получается? Блин, ребята, я очень сильно безумно расстроена. У меня не получилось именно выбраться. Пипец. Ладно, хорошо, мне придется именно через эту же самую штуку выбираться. Блин, какой кошмар. 4 человека, да. Я все-таки не ошиблась именно по расчету. Кошмар. Мне нужно будет срочно именно вызывать милицию и говорить, что здесь какое-то происходит непонятное черти что. А, мне показалось. Показалось, будто кто-то типа сзади идет ко мне. Ладно, хорошо, но все же дым. Откуда там дым? Кто распалил дым? Я ничего не понимаю. Что это за дурачки? Блин, ого. Фу.
Господи, что ты такое? Блин, ребята, мне очень сильно страшно туда идти. Вы только посмотрите, какие у них зубы. Один, походу, без глаза. И третий, такой же самый. А рот, вы посмотрите, какой вообще кошмар. Ладно, ну я могу быть более-менее уже спокойно, потому что у меня как раз, на слава богу, и с собой есть меч. Это очень сильно хорошо и меня безумно очень сильно выручит. Давайте-ка, наверное, потихонечку будем спускаться, я не знаю что. Он меня не ударит? Нет, вроде бы он меня не видит. Хорошо, давайте-ка, наверное, пробираться потихоньку. Ух ты! Вау, вот это, конечно, лед. Да, это хорошо, это прекрасно, это прекрасно. Так, слушайте, а у меня с собой... А, у меня как раз с собой же молоко есть. Давайте-ка, наверное, быстренько выпью. Так, давай-давай-давай, пей. И как раз вот я взяла. Привет. Блин, у тебя нос пятачок. А ему, походу, по барабану на меня. Вы представляете, ребята, это уже хорошо. Так, быстренько спускаемся. Фу, блин. Он меня пока не видит. Вот так, я как раз воду разлила. Быстренько соберу обратно. Нет, все по барабану. Это хорошо. Так, давайте-ка, наверное, быстренько снега хоть возьмем. Почему я не могу брать снег? Блин, это для снега мне же нужна, наверное, лопата, правильно? Давайте-ка, наверное, быстренько дерево как-то обрубаю. Я не знаю. Давай, быстренько, пожалуйста, рубайся. Я не знаю, вроде бы они пока что спокойные. Ну, вы же сами, ребята, понимаете. Тихом омуте черти водятся. Я просто очень сильно нервничаю. Я не знаю, как они будут сейчас просто на меня реагировать, если меня увидят. Именно что я, ну блин, вот так, привет, здрасте, типа. Я общаливый человек в их тусовке. Вот это, только посмотрите, блин, у меня просто слов никаких нет. Давайте-ка быстренько вот так сделаем, вот так. Как раз мы сделаем палочки 4 штуки, да. Это мне как раз понадобится сейчас. Блин, верстак мне придется, возможно, тут оставить. Ладно, хорошо, давайте-ка быстренько лопату мы все-таки сделали. И что нам как раз нужно? А, нам как раз нужно еще топор. Мы сделали быстренько все, что нам нужно будет сейчас. Я как раз хочу предложить быстренько выкопать вот так снег побольше. И, возможно, даже закидать их снежками. Это довольно будет очень сильно весело и просто. И они какие-то реально дурачки и очень сильно стрёмные. Я не знаю, я просто впервые такое вижу, честно. О, блин, конечно, вообще стрёмные тупо. Так, быстренько как раз насобираю снежки. Давай. Быстренько, пожалуйста. Давай еще один снежок и еще один. Вот. Как раз я все позабирала. Так, ого, у меня столько стаков, конечно, именно снежков. Это просто, конечно, капец. Так, и давайте, например, попробуем. Ага, все. Вот, на. Получай. Что? Такой же храбрый, да? На, еще один твой дружбан. На, получай. Слушайте, они, походу, на меня вообще не реагируют. Ты, фу, блин. Что ты делаешь отрыжку? Ты вообще зубы чистил? А ты чё, блин, пятачок, блин, свой высунул? Блин, у вас такие уши интересные, вообще необыкновенно. Ай, блин, меня ударили, ребята, меня ударили. Вы видели сами, сколько у меня отнялось хп. Ого, они действительно сильные. Это что такое было? Они что-то разломали? Тю, странно очень. Так, давайте-ка, наверное, еще снежки возьмем. Нужно будет их как раз именно прогнать отсюда. Убирайся отсюда, козел, ты такой, убирайся, тебе сказала. Ты посмотри, какой наглый. Нет, не вздумай подниматься, потому что я тебя здесь убью. Быстренько снежки как раз мы собираем. Быстрее. Пожалуйста. Нам нужно как раз именно будет их сейчас просто взять и замочить. Они такие странные и необыкновенные. Это просто какой-то кошмар. Давайте-ка быстренько. Он поднялся. Ребята, быстренько выкладываем. На. Получи. Ах так, на. На, получи. Вот так у нас как раз есть еще. На. Вот так, блин, я очень сильно боюсь, потому что если он меня сейчас опять же заденет, он меня просто вырубит нокаут, понимаете, ребята? Быстренько собираем. Блин, лопата пропала, только не лопата, пожалуйста. Давайте-ка быстренько, у нас как раз есть 4 снежки. На, морду, на, получи. Покушал? Вкусненько, да? Вот, на. Блин, подпалься. Почему ты не палишься? Блин, зажигалка, что с тобой, блин, такое? Ты что, отсырила? Ладно, хорошо, спускайтесь. Ребята, я безумно очень сильно расстроена, правда. Ничего. Пожалуйста,
Напишите, Винка, давай быстренько возвращайся и надери им зад, я быстренько вернусь, правда, им так надвечу потом в следующий раз. У меня просто с собой больше ничего нету, правда. И тем более, я, блин, одна, а их трое, еще такие огромные великаны, еще накачанные мускулистые, да там вообще кошмар какой-то, ну господи, они такие стрёмные, это просто какой-то кошмар. Ладно, не забудьте, пожалуйста, подписаться, поставить лайки, написать мне приятный комментарий. Я буду безумно ждать ваши комментарии, ребятишки. Я очень сильно обожаю, когда вы мне пишете. Мне очень сильно приятно, правда. Ну что, до новых тогда встреч. Пока-пока-пока-пока. Блин, или возможно все-таки сейчас вернуться и сбросить свой меч. Эх, ладно, пока.